Ну, в его основном народ-то живет неплохо. Чего они недовольны? Чем? Не знаю. Как на Украине так же. То же самое получится, наверное, скорее всего. Подкупают, вот сегодня поймали у него там сколько-то долларов целая сумка. Вот. Кого? Да, поймали демонстрантов, одного из демонстрантов там поймали, который сопротивляется. У него показывает целая сумка долларов. Это где вы слышали? А сегодня в телевизоре. В сегодняшнем телевизоре. Украина? Ну, Украина там же была замешана, как бы. Причем там и Польша, и Чехословакия, и Украина, и США. Особенно Литва, Латвия и Прибалтика. Это все идет уже давным-давно, и подготовка вся идет оттуда. С чего вы взяли? Как с чего взяла? Смотрю 600 секунд постоянно.